Здравствуй, любимый зритель! Это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра! Как всегда, после сейва цветовая гамма поменялась. Так, давайте смотреть, что тут. Ну, судя по всему, 160. Грек, тебе не кажется, что тебе стоит немножко армии поднастроить? Кажется. Совсем чуть-чуть. Ну так, чтобы ее у тебя не было в два раза меньше, чем у француза. Спарту окружает. А что там, француз собирается воевать с кем-то, да? Скорее всего, да. Не прямо сейчас, но вполне может. Так, что мы тут еще будем? Да, надо железо обработать. Влад, у тебя Дамаск в каком радиусе от столицы? Я не мог ближе поставить, потому что там была медь, я не хотел на медь Азию открыли, это где, интересно? Где это Азия? Не понял. Я, к сожалению, не могу. Мне нужно. Так, ну пока изоляционизм не берем по причине того, что я еще город не поставил, седьмой. Ну, очень неплохое начало, 7 городов. И места еще есть. Так, что играем? Нормально. Инвиктус. Разберемся потом. Радужная перспектива. Я хороший союзник. Раб. Я. Сходи правее, Иерусалим. Блин, еще веру дали. Ну что мне веру дают постоянно? Мне нафиг не нужна тут вера. Спасибо. Шаруненько. Ну, это не обрадует, хотя бы что-то. Так, ну это сейчас вот из этих городов надо отправлять. Мбанза Мпангу, а здесь купим просто торговца. Так, ускоряем обработку железа. Кстати, можно открыть, на всякий случай. Если кто-то будет нападать, чтобы апнуть и... быть готовым к нападению.
Давайте исследуем, что у него тут. Шоколадки. Ладно, уходим отсюда. Я ж вроде убрал здесь тропический лес. Ну и не пишет, что тут лес есть. Клюк. Не, Инвиктус, мне самому бабки нужны. Да, видите, в 2D нету. Инвиктус, ты стал армангером. Я тебе денег на апгрейд не дам. Грек, а когда ты заключил дружбу с Инвиктусом? Если бы я помнил еще. Самое интересное, что Инвиктус вроде как есть куда города ставить. Просто хочет напасть на человека. Просто человек-вармонгер. Давайте, наверное, театральную площадь. Нет, давайте сначала кампус, потом... Человек типа, через черточку. Вармонгер. Блин, я театральную площадь хочу. Театральную площадь все-таки. Потому что, ну, блин... Плюс 2 пищи, 2 производства и 4 золота от каждой реликвии, артефакта или скульптурного шедевра. В дополнение к культуре, ну. Ну. Пока. Что ж такое? Тоже, наверное, решил меточки. У кого ты там что, араб отжал? Паузу. Территорию паузу. Себе отжал? Верни паузу людям. Не отжимай паузу у всех. Там еды на самом деле много, и промки очень много, Египет, вот этот город. Но а имеет ли смысл надо у него забрать тут город ставить, район? Кстати, я вот думаю, может все-таки вот сюда? Это денежки. Да, на самом деле, там же блин, снизу еще влазит. Пшеница. Да нет, там-то понятно, я про то, что второй район. А, вот надо было прям банзу все-таки здесь ставить. Ну, олени ты имеешь? И тогда сюда бы город встал в тему вообще. Ну, господи, поставил там карточку на это, на скупку клеток и все. Не успел ни походить, ни караван отправить. Ну, блин, из-за этих сейвов не успеваешь что-либо сделать. Вот я же в героическом за 10 ходов. Ой, за каких за 10? 20 ходов, да. О, боже, блин. Тачков сейчас будет, конечно. Так, амфитеатр. Достраиваем. Блин, вот тут жалко, что тут одни холмы. Вот в этом месте. У меня производства не будет. А тут надо районы ставить. К сожалению. Вот, блин. Виктор, ну ты не пропушишь. М? Инвиктус, ты тут? Там с тобой грек общается. Там каплиты идут уже. Три науки. Ну, у них явно тут наука 16 у арабы. Ну, вообще... Алексей, будем жить дружно всю жизнь. Так ты к чему? Блок нашей дружбы. А грек что будет делать с тобой? Тоже дружно жить или дружно умирать с тобой будет? Египет, предложение. Yeah.
Я, наверное, здесь поставлю коммерческий район, чтобы вот эти места остались для кампуса. Вот. А, подожди, так на этот кампус можно здесь, если что, поставить. Блин, в общем, надо подумать. Помолвишь. Что, в чем дело? Я тебе послал кое-что. Нет, конечно. То есть я твой сосед, и ты хочешь, чтобы я тебя поддержал в захвате моего другого соседа? Этого не будет. Давай в добрососедских как-то отношениях быть. Что ты пытаешься убить сразу? Человека. Ну, в принципе, знаете, ничего такого. Ты сам себе говоришь, попытаться нужно, не? Ты не прослушаешь, я тебе говорю. О, плюс одно население, правда, не знаю, наверное, банзунбата. А чем кушать? Лучниками. Лучниками? Какими лучниками? Не, ну он у всех просит денег на ап, он явно сейчас будет апаться и что-то делать. Ну, даже мечи в гоплитах слабо, ну, то есть они наравне с гоплитами. Несмотря на то, что у них и мощи больше, плюс 10. Пока оставлю как есть. Кавалерийских юнитов. Производство тоже пока оставлю как есть. Потому что я тут хочу вырубить тропические леса, чтобы здесь коммерческий район. К сожалению, эту клетку я не могу переключить в Манзу Конго, соседние клетки не переключаются, так что придется вырубать без Магнуса. Так, тут оливки обработаем. Еще счастье привалило. Здесь производство, здесь ставим город. Седьмой уже. Так, ну и теперь можно изоляционизм. Против варваров, наверное, нафиг надо уже. Так, ну в любом случае изоляционизм. Здесь пока на строителей. Здесь возьмем, пожалуй, кавалерию, потому что мне надо тяжелую колесницу построить. Да, Брюссель же хочет тяжелую колесницу. Центр коммерции, пожалуй, вот тут сделаем. Так, здесь строителя и лечимся. Здесь продолжаем гулять. Так, здесь у меня стоит пращник. Нафиг надо. Вот тут у нас варвары. Мне надо вот сюда... Ладно, давайте проатакуем. Хоть я и убрал карточку на плюс 5, но это ж скаут всего лишь. Так. Игры и развлечения. Каменная кладка. Куда нам вообще тут дальше идти? Ученичество, может. Рудники плюс одно. Да, наверное, ученичество надо открыть. Больше торговых путей. Ну что, откуда купим? Наверное, из Мбамбы. Тут купим торговца. Амфитеатр завершен. Давайте строителей. Тут надо еще вырубать, а то у меня сидит без дела Магнус. Да и до 10 надо вырастать.
Так. Прачника довели до города. Инвиктус, а что это за военный лагерь в мою сторону в Руане? Тебя всегда можно, нужно ожидать военных действий. Очень как-то не по-дружески, прямо скажем. Так, ученичество, да. Давайте по городам пройдемся, что у нас тут? Производство. Здесь тоже на производство можно переключать. Здесь никакие клетки не залучены. Здесь производство еда. Здесь производство. С наукой у меня будет в дальнейшем похуже, конечно. Но если грек с французом будут воевать, то это и не страшно. В принципе. Бонусы соседства для кампуса плюс 100. У меня еще ни одного кампуса нету. Но по культуре я, конечно, тут... Хотя Invictus 16. Нет, у меня больше. Конкретно больше. If bread is the first necessity of life, recreation is a close second. Колизей, развлекательный комплекс. Так, ну что, зал для приемов, наверное. Новые города. Блин, может, все-таки храм предков? Ну тут араб грозится Россия. Ну я тут пару городов все-таки поставлю в будущем. Ладно, зал для приемов пока. Алексей. Ответ. Так, ну пока строители пускай стоит. А, у меня еще юниты. Ну надо ж получать преференции от ваших проблем. Invictus у меня деньги просто так просил вообще. Так, этот у нас будет исследователем редкие ресурсы добавлять. Он один раз может, да. Ну, шоколад пока не хочу, надо какую-нибудь дальнюю территорию забиться. Так, надо мне уже начать беспокоиться. Они вполне могут договориться и пойти на меня в дом. Хотя тут сложновато будет. Только если только французу будет удобно. Хотя и грек вот скнулся, например. Ну, то есть я бы, конечно, стоит денежки копить. О, 10 населения. Так, ну тут вернется, тут не будет уменьшения, потому что я построю зал для приемов, и это даст, видите, одно удовольствие и 4 жилья. То есть жилье тут станет 10 из 8. Это будет нормально. Так, надо назначать губернаторов.
мастер, Лян. Давайте Лян Лумбату. Следующим ходом еще кого-нибудь. О, Окленд. Встретили Вильнюс. Сделаем союзником. Окленд, конечно. Окленд крутое. Если ты на море. Ага, вот границы араба уже. Между прочим. Давайте глянем, что там у араба по городам. Так, у Франции 4 города, у араба 6. У грека 4 города. Ну, вот. Я не считаю, что Invictus правильно делает, что на 4 городах пытается грека забить, тем более грека, у которого есть уникальный юнит, который может стоять. Хотя у него есть где, во-первых, заселяться, во-вторых, он может тот же Окленд забрать. Я не знаю, тут еще что сверху, но у него явно есть территория. Всего на 4 городах воевать, вот в такой ситуации, я не думаю, что это правильно. Ну, хозяин, барин. Хочется ему, почему бы не повоевать. 10 жителей, значит, я еще и кампус сейчас смогу поставить. То есть здесь будет кампус Мбанзы Конго. Вот я думаю, в Квиле ставить тут кампус или все-таки... Блин, я это не совсем правильно сделал. Мне надо было, мне кажется... Что там был смысл мир дружбы заключать? Я же к войне так подготовиться успел. Я не знал реакцию Халецкого. У него очень много места для расселения, но он не будет. Да, я не буду ни на кого из вас нападать. Так тяжело сказал. Да, на горло собственной песни наступаю. Как же так? Как же я не буду нападать на них? Блин, все равно минус 5. Еды нету, можешь, блин. Может, откажешься от этой идеи, отведешь войска? Отводи, ребят. Знаете, в Мбумбе, наверное. Так. Тяжелую колесницу. Топланд хочет всадников. Давайте мы на один ход возьмем первого посла. Вот так, отправим. А чего у Инвиктуса как культура? У Инвиктуса 16 культуры. Да. Это много разве? У Конго 30. У Конго 31. Все нормально. Да, что не говоришь, у Инвиктуса много. Это у меня много. Хотя 30 это опять же немного на самом деле. А, у Лёши там 31 уже. Ну нормально, нормально. Мне некогда строить театралочки. Ну, у меня Вильнюс просто тут, и я театральную площадь построил, да? Зато я кампусы ни одного не построил. Ну ладно, уговорил, так не будем тебя выносить, окей. Ты меня найди сначала. Это знаменитый раш туризма? Нет. Так, я вылетел, да? Сам. Пока ничего не написано.
чего ты решил, что я вылез? Ты вылез все равно не жить. Если не сейчас, так на мушкетерах. Лучше на мушкетерах. Дай пожить, да, пожалуйста. Так, а бонус соседства, он же у Вильгельмина идет, да? У Египта его нету? К рекам, имею в виду. Не, нет. То есть их вас всех просинхронило? У меня вроде все нормально. Интернет. И сейчас такой вылетает. Не, у меня все всегда хорошо. При том, что у меня один из самых плохих провайдеров в Киеве. Тяжело игра идет. И вообще. У меня вот сейчас на Москву смотрю, на Москву все хорошо. Ну это с кем-то, наверное, даже не с кем-то конкретным, а у кого-то с кем-то конкретным, вряд ли у тебя. Ребят, что по поводу союзов, кто что хочет? На союзов еще, Алексей, очень далеко. Да, а мне 4 хода. 10. А что так, а что у вас там? Что-то желание после этого союзиться резко отпало. А у меня гор тут нету, у меня с наукой будут проблемы. У да, вас нет. Я быстренько а выйду вот... в глобализацию, поставлю карточку на науку. А вот у грека и француза гор дофига. Поэтому они и воюют, видимо. Война за горы, да? Виктус, может быть, пойдем в другую сторону, я тебе предлагаю. Так, парни, а вопрос на миллион. Вот в радиусе как я и говорил, видите, сейчас хотят на меня нападать. Располагается мой посел. А варвары будут его захватывать или нет? Инвиктус, я тебе предлагаю, может, в другую сторону пойдем? Давай. Есть какая-нибудь эта информация по этому поводу? Смотри, хорошо. Если он может добежать до посела, он, скорее всего, добежит. Ага. Это очень... плохая информация. Ну вот они там и договорились. Если на меня твой нападать. Посел где-нибудь в лесах или на холме, он не побежит. Очень плохо. Сваливаем тогда отсюда и копим денежки для Нгаумбембы. Да что тут копить, ну уже они у меня есть. Стремя 11 ходов. Надо феодализм открывать. Я думаю. Водяная мельница, стены.
Виктора брать. Так, я уже ход закончил. Куда они вот они могут нападать? На Квиллу? Классная постановка, ребята. Где? Ну, с ходом. Ну, у меня ход закончил, я уже закончил ход. Я закончил. О, все, пошел против. Yes, они не взяли его! Yes, yes, yes! Кто? Даже не вы? Ну там эти дуболомы ГГшки были. Все, они решили с ними помочиться. По слайму спасение. Ой, и этим я обязательно. Этим уж будь уверен, не переживай. Так, как-то громковато. Вот эти клетки надо добавить к себе. Блин, надо стены строить. Хотя бы в Квилле. Так, этим, значит, не госслужбу, а феодализм будем открывать. А здесь рыцарь, ну, стремя. Чтобы в рыцари сразу выйти. Ну и тут, соответственно, фигачим колесницы. А где больше производства? Тут 11, здесь 13. Здесь торговцы, тем более отсюда надо будет торговца отправить. Возвращаем на родину. Что, еще одного торговца могу даже построить? А вот и конголезы. Перикол, а ты к западу от Франции же, да? Висячие сады. Блин, надо Виктора. Только вопрос куда? Наверное, в Квиллу все-таки. Виктор. Да. А Рейну тогда... Ну, в Мпинду пока отправим. Следующий ход. Решили все-таки на меня напасть. Нехорошие люди. Что, апать? До лучника не апать. Одного всадника сделаю, тоже чтобы к силе было. Хотя у меня сила от Мбамби, наверное, идет.
Почему ты так мало силы? Бамби 30. Хотя тут аж 27. Всего-то. Ребят, может, не надо? Надо, Федя, надо. Чё вы злые такие? Я с вами дружить хотел. На тебя нападают, Алексей? Да. Вдвоём. Отлично. Шотландец, а ты имеешь это против моей религии? Нет, приноси. Только рад буду. Так, ну если грек тут будет грабить мне лошадей, это не страшно? Ты не заслужил быть членом моей личной религии. Он прекрасный шотландский народ заслужил. Дай угадаю, ты взял хоровое пение, и это будет твое единственное священное место в этой игре. Нет. Большие планы? Возможно. Если бы у меня еда была и города росли, было бы вообще супер. Я бы прям сидел и кайфовал. Я тебе подсказываю, там было такое верование на еду. Я на еду или на будвары, которые дают еду? И то, и то. Ну, я взял вот одно из них. Могу взять все. Просто попался бы в яблоках. Как конь. Надо возвращаться и делать мои уникальные юниты, наверное. Так, когда они там на меня? Ну, пока дружба. В общем, у нас одновременно закончится с ним дружба. Наверное, на следующий ход и закончится, судя по всему. Нет, пока нет. Ладно, надо апгрейдить. Так, здесь, наверное, стоит тоже стены построить. Инвиктус, ты же можешь всякий Окленд захватить. Зачем тебе война? Не надо Окленд захватывать. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Нет, нам как не на море Окленд нормально захватить. Да, да. Это Лёша, у которого культура 316. Там сколько? Я просто не встретил тебя еще там. Сколько тебе сейчас? Слушай, а вот что ты вмешиваешься тогда в дипломатию, если ты нас даже не встретил? Так как я не вмешиваюсь в дипломатию? Это как раз дипломатия. В каком виде? Я сейчас даже не встретил. Дипломатическую беседу? Ну как так не встретил? Вот встретил же, ну вы что? Вы что, сударь? Так, куда мне отправить? Чё? Давайте. Так, тут все дороги бегают, бегают. Может в Квиллу? Чтобы дорога была проведена. Кучу бабла потратить, ну купить эту клетку. Давайте тут кампус построим. Так, до феодализма два хода. Ну блин, ну почему подвисание в конце что, хода? У меня через три хода, кончается с ним союз, дружба. Тебе готов? Грек. Да, я готов. Через три хода.
А у меня через три хода рыцари. Имеет ли мне смысл им об этом говорить, или лучше повоевать? Ну, наверное, вам интереснее будет повоевать, правильно? Писатель. Так, сколько у меня уже колесниц? 5. Ну, я думаю, что 5 рыцарями мы должны отбиться. Так, сквилы, по-моему, не бегают, да? Торговец. А оракул построили уже? Промышленную зону, может? Нет. Ладно. Тяжелую колесницу пока. Есть у меня... Мне надо еще... Блин, нету на... Мне Виктора прокачать надо. Два хода рыцари. Так, ну это вот надо будет поставить, когда они нападут. То есть он два хода сказал ему, да? Ну, эти госслужбы как раз откроем. Что тут у нас? 3 гоплита. Гоплита. 3 гоплита. Ведет. Time rolls. Катапульту. Блин, дорого будет стоить без наемников апгрейды, конечно. Может просто парочку рыцарей апнуть, а потом уже выйти в наемников и все остальное как-то так сделать. Минус 13 юнитов. Может, содержание юнитов... Шотландец за границей не хочешь обменяться? Давай. Про это имя. Мне скрывать нечего. Приятные люди. Со всеми бы так. Бар. Водяная мельница, может, водяную мельницу строительство ускорить. Инженерное дело открыто. Блин, тут военный лагерь можно построить. Вот здесь. Да не, не должны они меня взять. Ну, ну не, нет. 437. В рыцаре из них никто не вышел. Ну да, у грека офигительная армия здесь. Ну, в принципе, с рыцарями мне попроще будет.
этим ходом. Значит, так, 20 ходов или 30 ходов, дружба? У меня все закончилось. Следующим ходом у тебя заканчивается. А, у нас следующий ход. Ну ты можешь начинать. Я подожду. Ребят, ну зачем вам это? Мы ж дружили. Мы были дружочки-пирожочки, не разлей вода. Да, вот тут проблема, у меня Буэнос-Айрес будет атаковать. Меня вынудили. Ну так ты можешь не нападать дальше. А могу нападать. Ну зачем тебе это? Ты меня поджал. Ты Квиллу это не я, это француз. Я тебе объясняю, что я бы Квиллу поставил выше. Левее поставить, ее специально правее поставил. В смысле, как я мог ее левее? Где я мог левее ее поставить? А, левее одну клетку. У меня столица тут. Как я не могу левее? Это три клетки от столицы Квилла стоит. Четыре. Три? Ты чего? Ты ж видишь мою столицу. Раз, два, три, четвертая Квилла. Хотя, может, у меня там пятно темное. Я бы поставил ее повыше, понимаешь, повыше, но там француз Руан поставил, поэтому я не смог ее там поставить. Так, кампус, фигампус, давайте строителей. Блин, может все-таки, ну, я дострою рынок. Хотя, конечно, военный лагерь было бы правильнее. $90 сейчас, наверное, будет стоить апгрейд. Алексей, ну мы попытаемся. Блин, вот это Invictus. Слушай, Грек, нам Invictus испортил игру. Зачем-то сам настроил армию и идет нас атаковать. Ну. А у нас две веры в один ход, что ли, сделали? Да. С одинаковым верованием основателя. Я пошел. Я пошел. Ой, блин. Не, ну, на Алексея напасть это неплохая идея. У него 18 очков торговцев. Это незаконная счета. Так, ну в кого мне упарываться? Во француза или в грека? Эти эники, беники, ели вареники. Я думаю, в грека. Почему? У меня есть мысли на этот счет. Ну, мне кажется, что так будет лучше для Инвиктуса, да? И для Инвиктуса в том числе, да. Так. Вот здесь ставлю военный лагерь, потому что тут мне вряд ли удастся этих ребят сдвинуть с этой территории. Нет, войну все-таки надо внезапно объявлять, а не за три хода там друг. Да он все равно уже видел, что ты на самом деле. Но он рыцарь построил. Ну, рыцари-то он напнул, двух-трех рыцарей, не так страшно. 5-6 не хочешь? Мечник Инвиктусу не нужен, похоже.
Так, этот что тут дает? О, губернаторский титул. Отлично, то что надо. Плюс 5 к боевой мощи. Вот это то, что надо прям. Блин, он еще открыл эту. Книгопечатание уже. Инвиктус. А, нет, он же француз. Он плюс 3 имеет против меня. Не открывал он книгопечатание. Так, наемники 2 хода. Может быть, таймер поменяем, ребят? Влад, ты тут? Я тут. Что, делаем сейф? Ну, вроде хотят люди, да. Не-не-не, подожди. Ну, в начале следующего хода, наверное, можно. Следующего хода делаем сейф. Где тут? Если только вот Дамфри сжечь. Секундочку, я сейчас могу его считать. Чтобы я мог поставить город себя в четвертом радиусе, хотя бы отбились и прикрыть немножко столицу. То стороны. Есть, если я буду воевать шотландцем, ты не будешь грустить так этому, да? Я могу считать? Давай. Да, они загрузились, ручки поставили. Раз, два, три. Ай, нечестно. Надо, чтобы кто-то другой считал. Инвиктус, ты вот раньше убрал мечника, чем ты 3 сказал. Нет, я сказал честно 3. Да, да. Еще есть какой-то дилей, наверное, в Дискорде. Лучше, чтобы я, наверное, в следующий раз посчитал. Ну, хорошо, в следующий. Просто взял, спас юнита на ровном месте. А, блин, у меня же еще это от олигархии надо карточку поставить. Шотландец, это плюс 4. Я уже хочу нападать, я просто. Я на всякий построю. Нет, ты строй, конечно, ты строй, но. Мне на самом деле и так все более-менее норм. Просто тут такая ситуация, что тебе или нужно вверх селиться, или у тебя тоже проблема с жильем. Нет, мне есть куда селиться. Есть. Ну, вверх. Так, один ход. Аюр. Аур. А, это тоже Шотландия? Ничего себе, у тебя там место. Давайте пока отложим. Это ты через море там уже? Военного лагеря строительства. Да. Какая-то очень странная буква. Ну, там очень маленький остров на один город. А, это остров с Валетой, да? Там уже золотой век, мне нужно рабочих покупать просто. Ну, вообще сколько? Да я вижу. Я его просто жду уже ходов 20, наверное. Мне там очень рано еще. Митяй. Ты мне так и не ответил. Че, я не слышал. Я говорю, у нас все плохо с культурой, надо в культурный союз выходить. Посмотрим. Я знаю, что один ход остается, но, блин, мне уже очень нужно рыцарей. Так, а это кто говорит? Египет? Ты предлагаешь культурный, да? А, да. Вам выгоднее экономически. Подожди. Не, ну понятно, ну посмотрим. Где кто там? Да вы культуру, вы театральной площади по парочке поставите, и у вас будет культура. Да блин. А золото Египет дается так много. Ну блин, ну. Что? Ну, я бы вообще тоже, да, не отказался бы не поднять. Так, культур. Просто там при золотом веке с Египта можно где-то по 40 монет
получать вход с одного торгового пути. Там 32, 38, когда так. Это очень много, это просто жесть как много. Промышленную зону ставить. Монумент. Вот бесконечно получает. Да, лучше бы им. Получается так. Ой, блин, куда я пошел? Ребят, а никто не подскажет направление на научные или золотые ГГшки? Я еще ни одно не нашел рядом с нами. С ума сойти. Если они есть, то они через море. Я сейчас пытаюсь поплыть. Тут типа есть три на промку. Окленд, Буэнос-Айрес и Брюссель. И две на веру. Все. А на Иерусалиме? Иерусалим и Арма. О, Арма — это хорошо. Ну, я ну вот что, попытаться... Зеленить. Ну, если что, можем по очереди ее созеленить. Ну да. Не, у меня-то просто тундра есть, и ее-то чем... Я понимаю, чем да. заставлять. Ты мне лучше скажи... Это, наверное, важная вещь, наверное, говорить. А никто на карте не хочет мне помочь против греков и французов? Сейчас у тебя не будет толку. Так вы меня уже покоцали, заставив строить армию и тратить деньги на армию. Не-не-не, надо у тебя города отъесть. Нет, француз, надо у тебя города отъесть. У грека куча науки. Ну смотри, Алексей, ну так, это не Илья, ну. Алло, я еще, нет, я тебе скажу. Окей, ребят, Леша, ты загрузился, да? Да, вот сейчас. Отлично. Как только Invictus ставит плюс, я считаю. Все, можешь считать. 3, 2, 1, поехали. И помните, что бесконечный ход, пожалуйста. Так, ну на деньги надо отправлять, я думаю. Инвектус предложение. Хотя? Нет, на деньги. Я торговец пришел. Я не загрузился. А, ну да, вот Брюссель давайте. Ох. Ганди, у тебя там не будет на обмен ресурсов? Нет, уже все раздал пока. Ты потом это переставай. Будешь со мной торговать. Позвоните попозже. Так, карточку. Давайте, наверное, уберем или изоляционизм, поставлю на плюс 6 к обороноспособности города. Блин, еще олигархическое наследие надо. Ладно, давайте так пока сделаем. Только надо было раньше поставить, конечно, это.
попытаемся какие-то деньги выцегонить. Каких пор у людей? Все, Алексей виноват. Ну, научился играть, стал нападать на всех. Алексей, я не думаю, что это честная сделка. Я бы лучше в долг тебе просто тогда дал. Дай в долг. Видишь, что ты его спину атакуешь. Теперь он стал. Если я даю тебе в долг, я мы считаем нефрит или я нефрит убираю? Или это в знак нашей будущей дружбы ты мне даешь? Не, подожди, то есть ты считаешь, что нечестно, что ты мне даешь деньги всего лишь за нефрит? По-моему, это как раз очень честная сделка была. Ты считаешь, что это нечестно в твою сторону? Да, мне не нравится. Тогда просто в долг дай. Контрпредложение, Алексей. Если что, в войне пока что не особо выигрываем. Там не такие, чтобы прям страшные деньги. Ну, просто сейчас апнет рыцари, ну. А, ну я поставил карточки. Воинами нападаете или мечниками? Не то. Я ж не знал, что они мне дадут. Так, надо. А наемники у тебя еще не открыты, Алексей? Или уже открыты, открыты. У него же много культуры. Грек, я тебе серьезно говорю, давай мириться. Зачем тебе терять армию тут? Чем мы с ним делаем? Грек, если ты с ним помиришься, он меня убьет. Мы тебя вдвоем убьем с Греком, потому что ты тут единственный, кто раскачивает лодку в нашей стороне. Алексей, ну ты же лидер. Мне только Руан нужен, а все остальное может Грек забирать. Я думаю, он радуется и Тулузе, и Парижу. Думаю, что он будет радоваться и твоим городам тоже. Если сможет взять, то конечно. Ну, я думаю, что вдвоем мы возьмем. Тем более у тебя стены все в одном городе. Нет, у меня в двух городах. Садик лестниц подходит с другой стороны мимо. Ты там, видимо, армию его не видишь. Ну, я могу. Ну, давай попытаемся, но не знаю. Он сейчас, конечно, можете отговорить, пойти в мир. Он любит тебя отговаривать. Чем дольше вы пытаетесь, тем. Он моих садников вырезает. Только так. Чем дольше вы пытаетесь, тем. Понимаешь, ты больше армии теряешь, потому что у француза. Территория, ну, круче с его стороны нападения, она такая, ну, тяжелая для того, чтобы пытаться его там убивать. Сейчас я тебе помогу, Грек. Сейчас я буду его город атаковать. Подожди, а кто меня атакует? Ну, ты убил моего этого. Ну, я тебя атакую, а что такое? Ну, а счет? А, мы еще... Какой ходим? Счет, Винвиктус, блин? Я понял. Просто ход долго идет. Я понял, что еще ход идет. Нет, я просто подумал, что он уход уже идет. Ход долго идет. Нет, мы этот ход уже 20 минут где-то играем. Я просто договаривался на деньги с вами, со всеми. Давайте там. Зря вы ему дали деньги, мы его не остановим. Так, Грек, я тебе предлагаю идти нападать на француза. Зачем меня останавливать? У меня нету вообще науки, посмотри. У тебя куча науки, у тебя куча гор. Развитием занимайся. У тебя есть армия, пошли француза захватывать, ну. Не слышал, Грек. У него 36 науки. А у нас с тобой 28. У меня гор нет, ну да, сейчас у меня 36 науки, гор нету. Ну. Ты не видишь у Грека, какие вон компуса на плюс 3 стоят? И у нас нет гор. У Грека есть. У меня вопрос, как вы дальше считаете? Сейчас, насколько ты не можешь обещать дружбу? Я готов с тобой вообще союзиться до конца игры. Ну все, все, Грек. Ну все, Грек. Я, в отличие от тебя, теряю всадников каждый ход по несколько. Ну так не атакуй, пускай идет ко мне. Отведи свои войска и жди. Просто ты держи его в напряжении. А ты что будешь делать? А я буду с ним воевать. Как? Пускай он меня бьет. Ну, как, какой тебе разница? А в чем смысл тогда, Инвиктус, я не понимаю. Протолкать его. Если ты с ним займешься... Я их слушаю, я когда слушаю разговор, я не могу делать что-то в игре. В конце игры ты умрёшь. Блин, в конце игры все умрут. Инвиктус, кто-то один победит. Намного раньше, чем в конец игры ты умрёшь. Отведи свои войска и стой в обороне. Я буду с ним воевать. Только не мирись. Лёш, ты походил?
Нет еще. Блин. А как вы считаете, Инвиктус будет просто дальше считать? Нет, нет, я больше Инвиктусу не доверяю. Ну, просто я не могу вам считать, потому что я самый первый гружусь, и это будет странно, если я буду считать. А мы будем ждать Инвиктуса в любом случае. Ну, можем тогда так, типа Инвиктус... Давайте лучника, наверное, пускай будет 3. Я не буду апать, просто будет лучник. Что ты сказал? Как нам считать так, чтобы... Да подожди, дай ход закончим, пускай ход закончим, прогрузимся, я тебе скажу. Влад, все будет нормально. О, Вавилон. Я считаю от того, что ты говоришь, что ты загрузился, окей. У Инвиктуса еще и Вавилон. Я же просто не хочу набочить, понимаешь? У Инвиктуса, между прочим, Вавилон, ты в курсе, Грек, да? Ну, я знаю. У меня Вавилон и у меня меньше всех науки, да? Понимаете? Ну, потому что ты кампуса не строил. Ты себе Вавилон засоюзишь там, Грек, у тебя вон кампуса уже стоят, у тебя сейчас будет вообще зашибись все. Зачем вот сейчас упарываться, если бы хотя бы армия была ровная сейчас, а так в рыцарей-то тяжело, согласись. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!